И в завершении выпуска о спорте, корпоративном. Курские налоговики провели зимнюю спартакиаду. Сотрудники областного управления Федеральной налоговой службы, а также Курской и межрайонных инспекций, всего 11 команд, соревновались в лыжных гонках и пулевой стрельбе. Спартакиаду налоговики устраивают уже в третий раз. В этом году местом ее проведения стал Октябрьский район. Несмотря на мокрый снег и в целом неподходящую погоду, гонки, по признанию участников, прошли успешно. Победителем зимних стартов в общем зачете стала команда налоговой инспекции Курского района. В стрельбе лучший результат показали налоговики из Щегров.